День молока в Ульяновске проходит не первый год. Для ульяновцев это настоящий праздник. Попробовать и купить молочную продукцию пришли сотни горожан. Вместе с ними площадку посетил глава региона Алексей Русских. Праздник этот ежегодный. С каждым годом посетители все увеличиваются. Здесь проходят мероприятия для детей, развлекательные мероприятия, плюс дегустация мороженого, молочной продукции. В павильонах фермеры представили сыры, молоко, йогурты собственного производства. Константин занимается сыроварением 7 лет. Идея возникла после посещения подобной выставки. Пока предприниматель реализовывает твердые и молодые сыры, но есть и планы на будущее. Но перспективы мы развиваем, увеличиваем ассортимент сыра постоянно, да, закупаем термокамеру, купили для выработки так, термостатной продукции, это сметана, йогурт и кефир. Кроме дегустации для гостей праздника работали развлекательные площадки, выступали музыкальные и танцевальные коллективы. Кирилл Савосин, Олег Тоньшин, Управда ТВ.